Так, у нас тут замеры с утра происходят. По 120 грамм получается на одну курицу, 9 кур. Это, считай, 1100 грамм, да? И вот такая шлемка. Намерили мы веса. Что-то куриный бизнес этот невыгодный вообще. 1100 мешок там этих кормов. 2 яйца сегодня. А, это куриная тема. Ну, вроде несутся вон 4 яйца. Ну, сейчас 2 с утра, и Жека говорит, еще потом 2 типа будут. Вот по 120 грамм на куриную пустую голову. Ой, блин. Блин, пасмурно. Эти опять на рыбалку сквозанули с утра пораньше. Дырсу там снизу. Гриша, Гриша, вставай. А Гриша рядом спал. Пошли. Саня решил обкатать стол наш. Не готовый еще. И что это как ее? Говядина? Говядина. Крупный рогатый скот. Как ты говоришь, вот эти вот штуки делают? Ну это принтом, плитой. Металлической плитой. А, пресс какой-то? Да. Ага. И горячий, делаю, да, наверное? Тиснение, да, горячий. И сразу там пропитки всякие. Лаки. А я почему-то раньше думал, что это какая-то крокодилья кожа. Ну, крокодилья продается, но там ценник, конечно. Огонь. А это дорого стоит кожа? Вот это вся 15 рублей. Ну, тоже ну, немало. Чуть, ну, чуть поменьше там доставка. А вон та он у нас висит, что она не задействованная? Прикинь, воротник, сапоги, блядь. Не, ну а что с нее, тоже можно что-нибудь сделать, если ее там выделать? Или не канает такая? Канает? Канает, да. Только ее брить придется местами. Да мы заведем эту, как ее, лампу паяльную. Да и все. А прикинь, барсетку, вот вот. Барсетку сделать с кожи медведя. Ой, тут такая плотная, ну. Мнется, когда мнешь, короче. А, рисунок ты имеешь в виду? Да, и потом ее затираешь, она у тебя опять становится нормальная. Это для чего такой этот процесс? Ну, такой эффект состаривания, типа, вот у нее идет. Ага. Те места, которые активно пользуешься, они сразу ну, вот такие понял. Светлеют. Это хорошая кожа. Типа как для дерева, броширование. А тут как этот процесс называется? Ну, она пропитанная воском насквозь. Ага. Полностью. Ну все, сейчас у нас тут все в коже. Сейчас все в коже будем. Кожа крокодила. Да, да, крокодиловая. А это зачем? А это подкладка у меня оставалась, я взял. Мало ли где пригодится на какую-нибудь там сумочку, еще что-то. Здесь нужна подкладка. А-а-а. На всяких мелочей. Не заражение биологическое никакое. Все, сейчас пойдем к пчелам. Там шляпа еще белая. Василию привет. Василий передал, спасибо. Ну там не только, там еще много чего. Ну ничего такое. Нормально. Ну. Это вот я так понял, технику ремонтировать. Зато пчелы не будут прилипать.
Так, сегодня было 3 яйца уже. Что сегодня еще? О, на рекорд пойдем. А? Рекорд будет сегодня, нет? О, 5 яиц сегодня, друзья. О, 6 яиц, да ну нафиг. Офигеть. Пошло дело, братцы. Конвейер заработал. Конвейер заработал, братва. 6 яиц за день, ё-моё. Мои вы хорошие. Все соблюдены эти пожелания. 3 яйца еще, слышь? Братва, живем. Курочки мои, вы мои хорошие, а? 6 яиц. Че вам тут, может спеть что-нибудь еще? А, повешал повыше. Спасибо за совет. Кстати, инструкция была, это какой-то мебели там почему-то. Ну, то есть... Может, случайно положили. Какой-то там этот манеж был такой. Для кур такой манеж. И вот там был. Не для мебели, а манеж был какой-то. Сетка там, что-то еще. Ну все. Жека! А, Жек! Ты ж 3 яйца забирал сегодня? Вот еще 3, прикинь. Еще 3? Да. Ну да, я тоже до 6 могу считать. 6 яиц. Прикинь, рекорд сегодня. От девки пошли, да, в оборот. Молодцы. Че, помочь тебе? Да. Сейчас, а шляпа это где моя? Надо матку найти. А, это надо очки мне одевать. Че ты говоришь? Шляпа, шляпа моя где? Там. И костюм такой же я тоже одену. На столе. Ага. Жека брутальный самец. Без перчаток работает. Я перчатки одеваю все-таки. Жучат. Наша задача найти маточку сейчас. Она довольно-таки сложная. Сейчас будем в 2,5 глаза ее искать. Это кормовые. Тут по-любому нету. Но. Слышишь, а что ты эту фигню так и не приспособил железную, чтобы эти рамки вешать? Ну что-то там несут, смотри, вон. Ну да. Немножко есть. Цветочки. Цветочки. Это ты маточники помечал? Угу. Ну. Ух ты, тяжелая. Видал? Ну, смотри, нормально там. Так, что, смотрим матку, короче. Ну все, ладно, выключаю камеру, будем искать. Надо два. Там вон рыбаки возвращаются. А мы тут все матку пытаемся найти. Уже вниз посмотрели, вверх посмотрели, опять вниз вернулись. Уже минут 20. Тяжело найти ее. Уже все пересматриваем. И на открытом расплоде, уже на кормах тут смотрим. Где-то прячется. Пчелы как бы немало. Ну-ка, куда убегаете? Дерсу побежал в речку. Че, вы не поймали? А? А, поймали. То есть, смотрю, грустные такие. Как вам мой скафандр? Нифига себе. А ты показывай. Не буду. Показывай, блин. Ну, тоже нормально. Ты всех, смотрю, берешь. Это... Кошка, скажи, кошка дома съест, да? А, точно, кошка. Сам-то кошка.
Гриша что-то нихера. А ну что ты рыбачил? На какую мормышку? Ты дырсу не показываешь цвет, видать? Нет. А что ты подглядел бы у него, на что он рыбачит? Не показывает? Не показываю. Офигеть. Потом мне покажет. Так, ну все. Рыба есть у нас на дня два, наверное, минимум. Сейчас будем заниматься тут по месту. Так, друзья, я пока ходил, Женька нашел маточку тут, только-только. Сейчас мы ее пометим. Вот она, видите, большая. Ну, с двумя пчелками залезла. Сейчас ее помечу. Крылья будем подрезать или не надо? Да, можно. Это такой процесс, как бы. Можно и половину матки отрезать, если не умеешь. Неси ножницы тогда. Так, вот поместил в такую клеточку ее. Сейчас прижму к сеточке, к этой. Вот к этой. Вот поршнем, вот этим. И аккуратненько помечу. Чем будем метить? Белым, красным? Да белым. Надо ее еще чуть-чуть. Так, сейчас мы делаем отводок, получается, с этой семьи. Матку туда переселяем, корма, перга. Здесь оставляем пару маточников. Ну и пчелу, летная пчела все равно сюда вернется, на старый улик. Блин, крылья вообще это как бы не рекомендуется обрезать, потому что пчелы же могут подумать, что матка с увечьем, и будут делать, наверное, тихую смену или что там. Могут убить. Ну да, да. Менять матку. Лучше перестраховаться, чтобы рой... А так она вылетает и здесь на прилетке падает сразу. Улететь не может. С подрезанным крылышком. Пчелки заволновались, разозлились, матку забрали. Сюда вот принес, и она в клеточке. Они вон облепили ее. Эй, привет, ну что ты там, как? Сейчас начнут передачки тянуть. Водичку, мед. Так, а что, сюда же надо водички немножко, да? Летная эта пчела улетит отсюда. Рамочку сбрызнуть, наверное, надо. Водички? Сушь, ну. А зачем? Ну, а летная же отсюда улетит пчела, воды-то не будет у них. Так, а что? Сушь надо, что, сюда. Что, наверное, рамки 4 поставим, да, всего? Кормовой и перговый. Я кормовую поставил. А, поставим. Кормов хватит там? Я потом рамочку еще поставлю. С этим сиропчиком налью. Рамочку одну сюда. Холстик положить.
Все, девкам тепленько будет. Это же пас у нас. Там они тройные какие-то. Ну, короче, да, через неделю надо будет залезть, да? Повырезать лишние, два оставить. Да, неделя. Вот. Матка выйдет, она облет будет делать. Видно будет, что тут суета будет. Она так облет. Она может и так суета. Молодая пчела может выйти на облет тоже. Да. Как тут сразу не увидишь. Все? Все? Ну, да, да. Пойдем покурим и ну, вот этот пробьем. Угу. Там вот тоже? Погода курвится, смотри, они возбужденные какие-то стали. Да, да, вот что надо их. Так, можно еще оттуда. Давайте потом весь процесс начнем. Ну и что вы тут начинает делаете? Раскроет. О, это у тебя Франкенштейн какой-то тут, да? Ну да, это шорный пони. Как? Шорный пони. А как это вообще ремесло называется, ты говорил? Ну, вообще, корняк? Ну, кожевенное дело, да, скорняковое. Скорняковое? Корняк. Это ты под праворульно. Ну, конечно, ты на Дальний Восток приехал, надо под праворульно все делать. Пруль. Пацаны решили коптилку запустить. Опять она у нас не прогрета. Дым не идет. Один раз надо прогреть, и потом будет хорошо все. Нам нужно высадить гладиолусы. Тетя Тома нам дала гладиолусы, луковицы эти. Сейчас будем их высаживать. Тетя Тома как-то нам объясняла, вот так их высаживать надо. Не вот так, а вот так вот, где вот это вот взорвано, типа, вот так кверху. Да что, ну давайте сантиметров через 30 посадим. Давай, Андрюха. За рулеткой идти. Андрюха, приступ. Еще цветов решили засадить. Тут грядочку вон. Хризантема и бархатцы. Сейчас Жека тут танк пригонит наш. Говорит, вообще бензин нюхает. Говорит, весь огород полбака сжег. На два раза все перебуровил. Ну давай овса ему. Там даже камни он выворачивает все. Сейчас их надо будет убрать. Камней дофига. Да вот он по целику так фигачит, там корни, камни. Нормально тянет. Ну, наверное, я не знаю. Мы на них не работали. Скорее всего, это как-то коряво немного со стороны выглядит, но пока так. Подрал от листвы. Это оралия маньчжурская. Если вовремя сорвали, то будет вкусно. Сейчас она отварится чуть-чуть. Передумали мы эту ботву, в общем, готовить. Будем готовить нормальную еду.
вот такую. Да не, я шучу, это в конце. Я ее отварил там 5 минут. Сейчас порежу, в конце добавлю. Это мясо вымочили, соленое было. Сутки вымачивалось. Так, ну все, зажарили мяско и засыпали вот эту ботву, получается, оралия маньчжурская, вот она вот так пишется. И мне кажется, это будет довольно-таки съедобно. Мясо ужарилось, правда, ну ничего, сейчас покушаем. Пусть доходит. Доброе утро всем. У нас тут блины с утра. Намечается. Да. Что там, это сегодняшние яйца? Ну да. А еще два выгорели, 4. Я два покажу. А, ты на блины? Ну да. Я понял. 4 яйца с утра самого. Но я вчера после обеда ходил, еще 3 брал. Может быть, сегодня пойдем на рекорд. На улице сыро. Сушим вещи тут. Прохладно. Саня там делает ножны мне. Оторвался кембрик. Ну, этот хлястик, который на ремень. Так, ну а тут у нас подземные работы идут в составе 2 молодых людей, 2 молодых человека. Решили усовершенствовать нашу коптилку путем разрушения ее частичного и, скорее всего, уничтожения. Вот. Значит, прошлый вариант, вот она у нас сначала стояла здесь, когда мы это все сделали с Андрюхой. Печь была здесь. Приехал главный архитектор участка, главный маркшейдер. Решил удлинить, так как он сказал, что рыба варится, а не коптится. Путем увеличения вот этой трубы громадной, длиннючей, со старого зимовья, они удлинили вот этот участок. Дым стал холодный. И... он не проходит туда. Вот. Ну, а сегодня пацаны убрали это колено. Поставили сюда печь. И начали проталкивать вот эту палку. Короче, решили, что забилась труба. Но она на самом деле там сажи много. Короче, они толкали, толкали. И так они и дотолкали до выхода. Решили вскрыть, посмотреть, что там. Это чисто Григорий Иванович инициатива, весь своего папку настырный. Если что-то не получается, ему надо по-любому решить эту проблему, чему бы это ни стоило. Вот. Я боюсь, что придется нам делать новую коптилку после этих раскопок. Вы же сказали, чуть-чуть копнете. Смотрю, тут уже пошло дело. Ну ладно, занимайтесь. Так, друзья, в прошлом нашем заезде я спрашивал у всех совета, может быть, куры перезимуют. Ну, блин, конечно, это авантюра. Авантюра, так как вот сейчас они несколько там, сколько там, 2 недели, наверное, они пробыли в этом курятнике, там вонище, нафиг. Не будем мы, конечно, их там держать наверху. А ответ вообще на поверхности так-то находился. То есть, все элементарно просто. Мы их на сезон привозим сюда, а в зиму мы увозим к Иванычу. У него курятник, он в том году построил. Вообще забыли. И на эту мысль нас натолкнули зрители. Да, вот там были комментарии. По-моему, Зульфия написала, и до нее еще... какой-то парнишка написал. А что вы голову ломаете? Привозите
да и все, к Иванычу на зиму. Действительно, в чем проблема-то, мы пустые едем всегда. Закинули их в ящик обратно, увезли. Все, пусть они там несутся зимой. И Иванычу там яйца, тетя Томи, все. Все просто, оказывается. И не нужно тут велосипед изобретать. Так что спасибо. И по поводу курей там. Я-то ждал, знаете, с юмором какие-то комментарии там по поводу их содержания. А у нас люди от чистоты, от доброты, от какой-то, от своей, начали, ну, на самом деле, советы давать. Ну, они дельные, но они уже все были нами услышаны. Так что по поводу кур это больше как юмор, больше как, ну, возможность общения какого-то со зрителем, ну, чтобы можно было как-то в комментариях высказаться, там, повлиять там на судьбу, судьбу кур. Так, ладно. Блин, дождь. Опять дождь. Нам надо было к пчелам лезть. Там еще были тревожные семьи, маточники. Надо было еще отводки сделать. Ну, будем ждать погоду. И полезем. Ну, может, не комом. Все собрались вроде. А, Андрюхи нету. А где он? Короче, ладно. Блинов пачка толстенная. Они тоненькие-тоненькие получились. Хорошие. Хорошие блины, Дурсу? Хорошие. Вот так-то. Он еще не пробовал. Хотел он с советами. Жека, только не начни тут советовать. Сейчас. Оценит. Вкусный. Говорит, это у Андрюхи готовил дома у брата. Меню что-то не понравилось там всем. Дорого, дорого. Дайте мне, говорит, что ты сказал, пятерку на шашлыки? На эти, пирожки. Пирожки? Ну там, я и пирожки просил, и на шашлыки просил. 5000. Ага. Андрюха, он что-то преувеличивает. Слушай, он давно просто в магазине не был, цен не знает, так перестраховался. Дай, говорит, петуха мне. Я сейчас тебе куплю. По итогу ни Дерсу, ни петуха нет. Ни шашлыков, вообще ничего. Набрали уже готовые. Ну да, проще. Маринованные уже. Ну, так проще, дешевле. Раз 12. Да. Дай, говорит, пятерку, я сейчас тебе замариную, что ты покупаешь этим. Маринованные. Да, Костя. Солянку ты еще там, да, хотел? Тоже отвергли предложение это. Да, на сказал, солянку десятку, надо. Наверное, надо, да? Я сказал, что надо. Ну, что, говоришь? Ну-ка, снимай кепку, за столом сидишь. А, Гриша, да? Нормально. А, уху по-фински ты там тоже. Тоже не пошло. Тоже не пошло. Дороговато, однако. Да, сегодня такая погодка. Как обычно, в принципе.